Сейчас я расскажу вам об использовании приборов Smart Life в ветеринарии, в частности для лечения и профилактики котов. В частности, сейчас мы вот видим, лежит прибор, и на приборе лежит кот. В частности, в приборе идут программы профилактические относительно глистов. Какие же программы включает программа, то, что сейчас идет для кота? В разделе антипаразитарные, болезни, вызванные гельминтами, есть программы такие, как ленточные черви, трематоды общая, трематоды опистерхоз, фелунеус, трематоды